Вітаю в ефірі студія «Репортер». Для вас працюватиму я, Костянтин Гречаний. І будемо говорити, звісно, про ті резонансні, скандальні і цілком можливо з далекими наслідками події, які сталися вчора, зокрема, визнання президентом Російської Федерації Володимиром Путіним невизнаних всім цивілізованим світом республік, так званих ЛДНР, ввід військ, власне, на територію цих невизнаних республік. Сьогодні російський парламент вже ратифікував оці угоди з ЛДНР. Звісно, Європа, Велика Британія, Сполучені Штати вже заявили про жорсткі санкції проти Російської Федерації. Україна звернулася і президент, і парламент до всього світу за допомогою. І, власне, що буде відбуватися далі? Та чи можливо повномасштабна війна із України з Російською Федерацією? Будемо сьогодні говорити з нашими гостями студії. До нас прийшли Олег Звягін, депутат Одеської міської ради «Євросолідарність». Вітаю вас. Добрий день. Та Олексій Єремиця, також депутат Одеської міської ради, але фракція ОПЗЖ. Добрий день. Олеже, на вашу думку, от як можна оцінювати те, що відбулося вчора? Ну, зрозуміло, що мінський процес вже завершено, його вже немає. Чого нам очікувати далі? І як взагалі будуть розвиватися події у світі, на вашу думку? А чого ми можемо взагалі очікувати від людини, яка з'їхала з глузду? От реально, що ми бачили вчора? Ми бачили вчора лекцію по історії, своїх, в якихось своїх думках, що він собі там не придумував. Він повністю, тобто він, це Путін, він взагалі не дружить з реальністю. Це ми побачили. Також з реальністю не дружить взагалі жоден член з їхньої Госдуми. Госдури, мабуть, так правильніше буде. Бо сьогодні вони повним складом проголосували також за те, що за визнання цього. Тобто вони ратифікували і вони признали республіки, які взагалі це частина України. Чому ви думаєте, що представники Держдуми не дружать з реальністю? Уявіть собі, що хтось голосує проти. Ну от одна людина спробувала проголосувати проти приєднання Криму. Ми вже розуміємо, де вона зараз. Так, але ви бачите, якщо б народ, ну, вони ж всіх тримають за дурнів. Взагалі, отам от в Росії ця вся влада російська тримає за дурнів. Те, що вони скажуть, то апріорі правда. Ну це ж ненормально, бо зараз є доступ до інтернету, зараз дає доступ там книжок, всі проходили якусь історію, всі розуміють, що Київ був збудований раніше, ніж Москва. Київська Русь була ще спочатку, а що він вчора ніс? Ну, це якийсь свій світ, в якому живе ця людина. І найголовніше, що ми не знаємо зараз, де взагалі в нього є якісь, де закінчується його світ. Він просто певні історичні факти перекручує, підганяючи якусь там свою історичну реальність під свої нинішні кроки, як от виправдання, начебто встановлення там історичної справедливості, щоб якось обґрунтувати агресію Російської Федерації щодо України. Ну, так от він, так і є, він це саме і зробив. Мало просто того, що він признав... просто одна справа – це хвора уява хворої людини, а інша справа – цілком прагматичні кроки. Одне не виключає іншого. Тобто ці кроки, так, але ж це ненормально, якщо ми живемо в 21 столітті, де там є економіка в країнах, є якісь ділові, якісь зв'язки, торгівля. Можна, ну, зараз простіше, мабуть, навіть там зробити щось там з економікою якоїсь іншої держави, ніж йти на війну, йти на конкретну конфронтацію. Це єдина країна зараз, котра воює. Грузія, Придністров'я, Україна. Тобто ця країна, він собі будує якесь СРСР-2. Він хоче об'єднати оці от республіки, котрі він сам створив. І в нього в уяві це от СРСР, який він створив. І от мені дуже сподобалася вчора фраза, що Росія протягом своєї історії ні на кого не нападала. Да, зараз отак от, якщо коли вчора війшли війська до Донецька і Луганська, до українських міст, це ж не напад, так? Ну так, і Фінляндія, Афганістан, і Грузія. Олексію, ваша думка, чого очікувати нам далі? Знаєте, на самом деле, ми дійсно живемо в 21 веке.
может быть, нам бы казалось, что определенные процессы должны проходить несколько в другом контексте. Но я думаю, что история человечества, она, скажем так, особо-то не меняется. Понятие силы, понятие насилия, оно существовало и будет существовать, наверное, за все время существования человечества, пока мы существуем. Я бы, конечно, убрал бы однозначно бы эмоции, и к тому, что вчера произошло и происходит, и, я так понимаю, уже происходит с нашей страной достаточно давно, к этому относился бы достаточно трезво. И мне кажется, что нужно вообще убрать из контекста поведение нашей власти, украинской власти, вот всякого рода, знаете, контекст какого-то элемента шоу, там, каких-то примитивных кричалок, оскорблений, унижений. Это все не работает. Это направлено, может быть, на внутреннего потребителя, как-то поддержать эмоционально украинцев, но на господина Путина это абсолютно никак не влияет. Это нужно просто это учитывать, знать и понимать. Потому что мне иногда вот реально поведение наших властей крайне, ну, скажем так, беспокоит. Это из прямого внутреннего споживача. И хочу отметить важный фактор. Вот вы знаете, я вчера до, не знаю, 3 часов ночи, я думаю, что это колоссальное количество граждан Украины, которые ждали заявления нашего президента. Ну, кто заснул, кто не дождался. И скажу вам откровенно, я крайне расстроен. И мне кажется, что это, наверное, самый слабый президент за всю историю нашей независимости. И это крайне печально, учитывая, что перед нами стоят колоссальные вызовы в виде того, что происходит на сегодняшний момент. Вы знаете, на самом деле то, что произошло, оно, наверное, в принципе, нас никого не должно удивлять в той или иной степени. Хотя я все-таки, скажу откровенно, считал, что, может быть, будет вариант какой-то более спокойный, конечно, не такой, как произошел. Но после ситуации с Крымом и после того, что начало происходить там на востоке Украины, то, в принципе, рассчитывать на какие-то другие варианты как бы не приходилось. Единственное, что могу сказать, что, к огромному сожалению, за эти 8 лет, условно говоря, после аннексии Крыма, мы практически ничего не сделали. Мы абсолютно не подготовились к тому, что произошло вчера и происходит сегодня. Абсолютно напрочь. К огромному сожалению, я без всякой там какой-то оскорбительной риторики, но, к сожалению, да. Потому что, если говорить о реформах, борьбе с коррупцией, об экономическом росте, этого ничего нет. И понимаете, на сегодняшний момент, к огромному сожалению, все, что могли расколоть дальше украинское общество, его раскалывали. Его дальше кололи по языковому принципу, там, по какому-то религиозному и так далее. Вместо того, чтобы всех объединить, собрать, показать, ребята, вот смотрите, Крым у нас забрали, ситуация на Донбассе, давайте всем объединяться, гражданам Украины, то мы постоянно искали каких-то внутри врагов. Каких-то врагов искали. То есть, понимаете, вместо того, чтобы реально направить все возможные ресурсы и силы на повышение обороноспособности, эти деньги просто разворовывались. Их просто воровали. И таких примеров колоссальное количество. Но при этом ходили... Кого бачили врагами? Да кого угодно внутри. Допустим, если ты говоришь по-русски, значит, ты враг. Ну, если ты ходишь в церковь, допустим, там, Украинская православная церковь Московского патриархата, значит, ты враг. И так далее, и тому подобное. Ваша политическая сила опубликовала на своем сайте вітання Володимира Путіна з днем народження. Не знаю, я не публиковал. Я не знаю, что там кто публиковал. Я розумію, що це з подачі Медведчука було зроблено. Я точно нічого такого подобного не публиковал. Я однозначно патриот своей страны, гражданин своей страны и очень переживаю за обороноспособность страны. Но я хочу сказать такую вещь. Вот у нас есть еще определенные возможности. Определенные возможности спасти, скажем так, ту страну уже, что, условно говоря, осталось, там, исходя из географии. Да? Потому что, я так понимаю, судя по выступлениям Путина, он как бы еще не закончил, ну, судя по всему, насколько я понимаю. И вы понимаете, если мы сами не будем рассчитывать на свои собственные силы и не изменим риторику внутри страны, мы будем постоянно ждать какой-то помощи от американцев, от британцев, еще от кого-то, то ничего хорошего не произойдет. Потому что я вот почему-то уверен, что все эти санкции, о которых мы говорим и так надеемся, они абсолютно его не остановят. Вот я это четко осознаю. Надо реально усиливать внутри страны стержень, чтобы действительно каждый гражданин Украины, независимо от того, на каком языке говорит и в какую церковь ходит, чтобы он четко осознавал, что он гражданин и патриот своей страны Украины. Вот об этом нужно говорить, а не делить людей и дробить его всякой какой-то ерундистикой. Потому что это как раз идет в пользу кому? В
пользу того, что происходит сейчас со стороны Российской Федерации по отношению к нашей стране. Вот все. Давайте все-таки трохи поговоримо про санкції, адже обіцяли наші західні, так би мовити, партнери максимально жорсткі санкції. Британія ввела санкції проти 5 російських банків та конкретних російських олігархів. Сполучені Штати заборонили повністю торгівлю з ЛДНР та, власне, погрожують санкції всім фактично особам і юридичним, і фізичним, які будуть вступати в торгівельні стосунки з так званими ЛДНР. Будуть санкції від Європейського Союзу. Найбільш, називають наразі, от з того, що відомо, найбільш жорсткі обмеження санкцій ввела Німеччина, припинили сертифікацію Північного потоку 2. Олеже, на вашу думку, чи дійсно це буде настільки боляче для Росії, що вона там зробить якісь висновки? Ну, смотрите, хотел тоже Алексея поддержать, да, что санкции, на самом деле, я не думаю, что они могут что-то остановить. Они, конечно, могут остановить немножечко экономику России, но у них такой золотовалютный запас, и на данном, при нынешней цене на нефть и газ, они сегодня могут продавать свою нефть и газ везде. Там, Европа даже полностью прекратит, там, допустим, покупку, и мы прекратим, там, все прекратят покупку у них газа и нефти, они будут в Китае продавать, будут в Азию продавать. Было бы хорошо, чтобы они ввели, конечно, эти санкции. Это поможет нам чувствовать, что мы хотя бы не сами. Потому что действительно на сегодняшний день я вижу тоже, что мы должны рассчитывать на свои вооруженные силы, мы должны рассчитывать на свою вооруженную, на свой вооруженный потенциал, о том, что мы должны развивать армию и держать оборону, хотя вот сегодня держать оборону на тех рубежах, потому что сегодня Путин, когда в разговоре с президентом Азербайджана, сказал, что он признает всех государственность, вот кроме Украины. Вообще, то есть он не признает, этот человек не признает государственность страны, еще с которой недавно там подписывались какие-то соглашения, с которыми там велась торговля, он уже не признает государственность нашу. Ну, я понимаю, что это может быть не конец, они могут дальше двигаться. И все будет зависеть от того, насколько мы будем справляться. Мы уже, к сожалению, знаем, что там никто нам не поможет своими войсками. То есть, да, нам помогают вооружением, за это огромное спасибо. Британия, до речи, сегодня заявила, что Борис Джонсон, что будут додаткові поставки озброєння в Україну. Это хорошо, это помогает, да, но нам нужно поднимать свой военно-промышленный комплекс, который есть у нас довольно большой, вкладывать туда деньги, выделять дополнительные деньги. На сегодняшний день, может быть, даже большое, там, большое строительство, большая реставрация. Надо подождать с этим. Надо сегодня вложить деньги в армию, надо сделать так, чтобы мы могли удержать противника. Потому что, ну, судя из той вчерашней речи, он называл разные города, называл Одессу, называл какие-то списки каких-то людей, что он там, что там на карандаше, что с этими людьми расправятся. Ну, то есть он вообще угрожает всем людям, которые живут на территории Украины. Поэтому в его адекватности есть очень большие сомнения. Но почему-то, ну, никто прямо вот так вот не возьмет и не скажет. Потому что есть какая-то дипломатия. Ну, хотя тоже правильно, сегодня Зеленский тоже сказал, что, наверное, нам придется разорвать дипломатические отношения. Ну, да, потому что нас не считают, если у нас нет государственности, если он так считает, какие дипломатические отношения вообще могут быть? С кем? Ну, то есть он не признает нас как страну отдельно. Поэтому мы должны быть готовы, мы должны понимать, что над нами всегда висит меч такой вот в виде северного соседа, и он перестанет висеть, наверное, только после того, как сменится там лидер. Олексію, ну от на вашу думку, так? Давайте трохи перед історією. Коли Росія анексувала Крим, навіть російські близькі до влади економісти казали, що, ну, це трохи так накладно його утримувати, тому що в Криму були такі достатньо тісні зв'язки економічні з Україною, вони багато чого з України отримували, і, ну, це дійсно б'є трошки по російському бюджету. Зараз ще дві території, які повністю дотаційні, які дуже проблемні.
Плюс зверху ще й санкції, як щодо цих територій, так і безпосередньо до Російської Федерації. Ми знаємо, що російський рубль вже обвалився. Наскільки це буде боляче для економіки Російської Федерації? Знаєте, от ми, у нас взагалі останнє время, там, опять же, дуже довге время, у нас якась риторика, знаєш, ми чому-то завжди говоримо о якихось проблемах там, Росії. От мені, взагалі, я вважаю, що ми повинні говорити о наших проблемах. Ну, ты наш ворог. Вот наших, нет, послушайте. Вот я хочу, чтобы мы говорили о наших проблемах. Потому что вот мы говорим, как, что там Россия потеряет. Хорошо. А скажите, пожалуйста, как нам это поможет? Вот они аннексировали Крым, устроили там ситуацию на Донбассе. Обвалился рубль. Это что-то изменило? Ничего. Они вот сейчас, они сейчас уже признали ДНР и ЛНР. Единственное, мы сейчас с вами на кофейной гуще годами или уже выгадали, они полностью как бы перейдут в границы территориальных административных единиц Донецкой и Луганской области или только в части ДНР и ЛНР, которая, скажем так... Но мы про цифры тоже будем говорить. Вот мы, понимаете, мы еще не знаем. Ну, хотите, я вам отвечу на этот вопрос? Мы с вами не знаем. Самое страшное, господин Зеленский не знает. Я даже уверен почему-то, что ни Борис Джонсон, ни Байден тоже об этом не знает. Об этом знаете, кто знает? Путин. Вы понимаете? И в контексте этого, вот мы сейчас с вами рассказываем о том, что вот как Россия пострадает. Да мне плевать, как она пострадает. Я хочу понимать, что будет с нашей страной, что будет с гривной, я хочу понимать. Что будет с экономикой в моем родном городе. Я хочу понимать, как мне завтра людям платить зарплату. Вот это я хочу понимать, тоже в том числе. Даже думаю, наверное, это и вас завтра станет вопрос, как вы получать будете заработную плату и как вы будете вообще жить в этой стране, где мы газ будем потреблять, понимаете? Потому что вот какая ситуация, в чем проблема нашей страны? В том, что мы вот постоянно где-то летаем, мы постоянно как-то думаем, что кто-то за нас решит наши проблемы. Вы понимаете? Я не знаю, о чем думал Путин, о чем он думает и как он что планирует, я не знаю. Но меня это мало интересует. А меня мы интересует прогнозовать, когда у нас на кордоне российские войска. Подождите, стоят. Хорошо. Знаем, а мы об этом не знали. А мы об этом не знали, что это может произойти. Конечно, знали. Так а что мы сделали для этого? А что мы сделали для этого? Хорошо, скажите, пожалуйста, а что мы для этого сделали? Так а как мы можем готовиться до чего? Ну а как? Так мы же страна. Так мы же страна. Так мы же страна. Мы же должны думать. Вот я плачу, например, 1.5% военный сбор. Вот Олег правильно говорит вещи. Я тоже вот мы на сессии поддержали выделение 20 миллионов гривен на поддержку территориальной обороны. Закон такой принят. А вы хотите, вот хотите, я вам задам такой вопрос, или вот могу поговорить об этом. А кроме этих 20 миллионов гривен, которые мы дали, и зарплаты этой несчастной копеечной на сотрудников штаба, или как там правильно сказать, какая еще у нас территориальная оборона есть? Что у нас там появилось? Что у нас есть? Кроме просто фиркиной грамоты. То есть какая обороноспособность реальная в стране? Какая реальная самооборона? Какая реальная территориальная оборона? Что есть реально? Я слышу очень многих патриотов, очень уважаемых людей, которые любят страну. Но что-то я не сильно вижу, чтобы кто-то сейчас поехал. Потому что те, которые хотели и могли поехать, они же сюда поехали, их уже убили там. Еще в 2014-2015 году. Вы понимаете или нет? Нам Запад дает оружие. А хотите, я вам задам вопрос, ответите ли вы на него? А сейчас сильно туда кто-то пойдет воевать? Вот пойдет или нет, выполняя свою присягу? Но вот я хочу на это посмотреть. Хочу на это посмотреть. Я вот думаю, что я налогоплательщик. Я налогоплательщик. Я плачу заработную плату военным. По крайней мере, срочникам. Вот кто-то будет останавливать российские войска? Что-то я очень сомневаюсь. За часів Порошенка, ви пам'ятаєте, скільки було хвиль тотальної мобілізації? І зараз, зараз немає такого. І що? Ну, відповідно, кількість і Резніков, і Зеленський кажуть, що кількість, власне, кількість так, наших військових, вона достатня, щоб стримати. Потрібна якість озброєння, потрібне фінансування для армії, потрібна не кількість, а якість. Да ніхто не збирається воювати, ви цього не розумієте. І Путін це розуміє, він це осознає. Тому що воювали ще з цими дружинниками ДНР і ЛНР. А воевать с непосредственно российскими... Послушайте, это были специалисты. А теперь, когда это непосредственно стоят воинские части российские, кадрированные, комплектованные, совсем другим вооружением, но почему-то что-то очередь не будет стоять воевать. И самое страшное, Путин это четко осознает и понимает. Вот это самое страшное. И вот на этот вопрос я хочу получить ответ, в том числе, как гражданин Украины. Наверное, в этой студии или, наверное, от нашей власти, от главнокомандующего президента. Вот идет, например, колонна российских военных. Ее останавливать будут? Где, в каком месте?
там находятся наши войска или нет? Вы можете мне ответить на этот вопрос? Я не получил. Я на главнокомандующего. Так я не получил ответ от своего главнокомандующего, понимаете? И вы не получили, и Олег не получил. Вот я хочу ответить на этот вопрос, получить ответ на этот вопрос. Вот это меня интересует. А не санкции, остановят его Путина, не остановят, свифт и так далее. Это Фиркина грамота, ему плевать. Почему? Потому что русские понимают, что экономически они нас подавить не могут, только военным путем. Они не американцы, они не Германия, у них нет экономического потенциала. Они по экономике примерно как Италия. Только военный потенциал. Поэтому они развивали вооружение, вкладывали деньги в армию и свою национальную безопасность. А мы не делали ничего. Мы ждали постоянно и тупо воровали деньги. Больше ничего не делали. Это говорю о нашей государственной власти. Щодо Північного потоку-2, чи не розв'яже оці санкції, власне, Росії руки для повномасштабного вторгнення? Адже, ну, власне, якщо приймають певний пакет санкцій, так, то, ну, щоб стримувати Російську Федерацію, має бути ще один пакет санкцій. Тому що якщо вже ввели все, то, ну, ввели... Не плівайся. Олег правильно сказав. Вони з Китаєм почали строїти ще в 2014 році. Сила Сибири один поток, 38 миллиардов кубометров. Сила Сибири 2, 55. Алтай и так далее. Они к этому готовились. Они готовились к этому. Они планировали это. И правильно было сказано, у них достаточно серьезный золотовалютный запас. Они могут себе это позволить. Вот меня в этой ситуации, как гражданина Украины, интересует, мы к чему готовы? Где наш золотовалютный запас? Что мы будем делать с газом? Что мы будем делать с бюджетом? Завтра перекроют трубу, мы расторгнем с ними, естественно, дипломатические отношения. Ну, если мы их и сейчас не расторгнем, ну, это будет очень смешно, наверное. Мы расторгнем. Завтра прекращается поставка российского газа в Европу по нашей украинской трубе, да? Ну, вот, нашей украинской. Сколько мы там получаем денег? 2,5 миллиарда, 3 миллиарда долларов за транзит этого газа. Мы перестаем их получать. Кто нам даст эти деньги? Так мы каждого месяца зараз встречаем фактично такую же сумму. Где? Ну вот зараз, когда была, да, российская загроза российского полномасштабного вторгнения. Ну, может быть, да, согласен. Ну больше. Хорошо, ну ладно. За прошлую неделю полмиллиарда. Полмиллиарда долларов только на поддержание курса. Хорошо, к этим деньгам я не спорю. Да, действительно, вымываются деньги из Украины однозначно. Хорошо, еще это у нас добавится. Но это реальный сектор экономики. Если это просто, условно говоря, деньги там по карманам, где-то там банковские счета, а это реальный сектор экономики. В том числе рабочие места, которые созданы на этой ГЗТРК. Правильно или нет? А где мы будем брать эти деньги? Кто нам поможет? Нам кто даст? Нам наши западные партнеры, кредиты, западные партнеры наши кредиты как нам дают? Они нам дают очень интересно. Франция дает, покупайте вертолеты военные, наши. Не наши же украинские, понимаете, а дают кредит, и мы покупаем их военные вертолеты. Ну, они дают там якусь допомогу безвозмездную, так бы мовити. А мы не знаем с вами. Але вона набагато менше. Мы ничего с вами не знаем. Неспіврозмірна з тими втратами. Мы с вами не знаем, на каких условиях и как нам дают эти кредиты. Мы с вами можем догадываться. Ну, я кажу не про кредиты, а про допомогу. Но, зная европейскую ментальность, она, поверьте мне, исключительно в свою пользу. И надо отдать должное, что русские тоже стали такие, как европейские, со своей ментальностью. А вот мы, к сожалению, абсолютно не изменились в сторону того, чтобы защищать и отстаивать свои интересы. Украинские интересы. У нас нет в этом плане никакого даже понимания стратегии. Мы просто чего-то боимся и чего-то от кого-то ждем. Олексій, я зрозумів вашу позицію. Олеже, все-таки щодо от, дуже важливого питання визнання територій так званих ЛДНР. Сьогодні Пісков заявив, що вони начебто визнали території так званих ЛДНР в їх на момент проголошення цих сепаратистських республік. В той же час заступник голови російського МЗС заявив, що визнають тільки от те, що є зараз, в тих кордонах, що є зараз. Якщо все-таки буде визнано в кордонах, які були початково, на момент проголошення, то чи не стане це приводом для, власне, вторгнення Російської Федерації? Знову до цього підходимо, повномасштабного вторгнення. Смотрите, це повномасштабне вторгнення, це вже повномасштабне вторгнення. Оно вже произошло. У нас нет Криму, це повномасштабне вторгнення. Ну, як коли оторвали кусок нашої країни, це повномасштабне вторгнення. Зараз часть Донецької і Луганської області, там вже російські війська, це повномасштабне.
полномасштабное вторжение. То есть оно уже есть. Это что еще дальше? Дальше они могут делать все, что угодно. Они видят, что идет. И, я имею на увазе подальше просувание территории. Смотрите, Украины. Что касается наших военных. Ну, у нас сейчас другая армия, не 2014 года. Она совсем другая. Мало того, с боевым опытом, с реальным боевым опытом, иногда с большими потерями. Но это армия, которая умеет защищаться, умеет отстаивать свои позиции. У нас совсем другое вооружение. Да, конечно, много проблем. У нас далеко не развиты там... военно-промышленный комплекс свой, но у нас довольно большое количество вооружения передали вот сейчас за последние месяцы. Есть какие-то разработки наши, которые тот же Нептун, Корсар, Стугна там и другие, которые наши разработки. Армия у нас, я считаю, что она на сегодняшний день боеспособная. Если будет идти, я имею в виду, что дальше, через вот эту демаркационную линию, которая на сегодняшний день есть, я уверен, что будет отдан приказ и стрелять, и по колоннам, и по всему остальному. И я знаю, на сегодняшний день я общаюсь с военными, и у меня многие друзья, которые были в запасе, которые, то есть, служили еще в 90-х годах в вооруженных силах, на сегодняшний день они мобилизировались, пошли работать, кто в территориальную оборону, кто в вооруженные силы, в состав, который с умом, который знает, что и как делать, которые довольно грамотные люди, и у нас есть кому защищать. Но единственное, что нам действительно, наша армия, к сожалению, несопоставима по количеству людей, по технике. Хотя, если сказать, российская армия, это тоже, да, конечно, у них считается вторая армия в мире, потому что у них большинство с СССР еще досталось. Но точно так же, как и у нас, у них это же все грабилось, у них это все продавалось, у них там половина на бумаге есть этого всего, потому что там часть этого всего сгнила уже в полях. Да, то есть у нас на самом деле сейчас вооружение некоторое у нас в хорошем состоянии, у них тоже только часть какая-то в состоянии боеготовности. Поэтому армия, там, конечно, численность большая, территория большая, подготовка огромная, и бюджеты совсем несравнимые с нашими. Но мы в обороне, мы защищаем свою землю, и мы должны чувствовать, что это наша земля. Нам дальше отступать некуда, потому что мы слышали вчерашнюю речь, то есть и сегодняшние заявления. Когда не признают нас как государственность, мы должны понимать, что это все. Это наш край, это наш рубеж, мы дальше, за нами больше ничего. И другие страны, поверьте мне, нас не ждут. Не жду, что приедут туда и будете работать, пожалуйста. Если мы потеряем и допустим, чтобы прорвались через эту линию, нам будет очень тяжело. Хочеться також, щоб сподіватися на те, що Путін розуміє, що Україна не Грузія, що за добу російська армія на самокаті до Києва не доїде, що буде дуже багато крові і буде багато жертв. Однозначно. Росія – це країна, яка розуміє теж силу. І санкції – це сила, але це для них вообще ничего. Они уже это проходили, я уверен, что они перед этими событиями, я уверен, что они просчитывали тоже варианты, сколько, что нанесется, какой урон будет нанесенным в связи с этими санкциями. И поэтому они примерно понимают, что их ожидает. И плюс то, что у них люди абсолютно аморфные, никто особо выходить никуда не будет, они все боятся царя и боятся своих сил, своей беркута, который их просто там поставит в стойло и никому не даст выйти на улицу. Если бы у них действительно в Москве, кто пострадает? Пострадают люди, которые москвичи, там люди с Питера, там, где бизнес, там, где экономика как-то работает, там, где люди торгуют с Европой, с Азией. И на сегодняшний день, они пострадают очень сильно. Если бы они собрались и вышли,
Ну, это было бы уже... Вот это сигнал им о том, что ну, надо приостанавливаться. Путін ризикує позбавитися підтримки російського олігархату, який, по якому серйозно вдарять санкції. Ну, я дуже надіюсь, тому що поки що я ще не бачив вот, вот этого перечня. Там ми слышали, що є два Ротенберги і какой-то Тимченко, да, по-моєму, да. Ну, то есть, ви розумієте, тут треба или делать так, щоб все і там заблокировать, показати счета. Просто показать россиянам счета, посмотрите, ваши государственные деятели, вот у них счета, у этого здесь, у этого здесь, у этого здесь 100 домов, да, они уже давно себе живут, и их дети, и их семьи уже давно владеют всей недвижимостью там где-то, кто на, там, в США, в Лондоне, во Франции, в Монако, в Италии, то есть они же все, у них всех там есть недвижимость, да надо это все арестовать. Это все арестовать и показать, вот. Вот как бы ваши все... Давайте підсумовувати трошки наш ефір буквально по хвилині. Які висновки, що має в першу чергу зробити наша влада? Перше, друге, третє, Олеже. Выделить деньги на бюджет на армию, усилить армию как можно сильнее, как можно быстрее. Второе – это удержать экономику. Удержать экономику поиском денег. Нужно говорить с партнерами, нужно, да, придется брать кредиты, придется привлекать к себе каким угодно образом средства, потому что сейчас это сложно, ну, никто не может вкладывать, бизнес не будет вкладывать в страну, где идет война или конфликт, никто не хочет. Поэтому нужно государственное. Ну, тут немного разная все-таки разная ситуация. У нас тут действительно вторая армия в мире, и территория, и огромная граница. И у нас нет железного купола, и настолько еще подготовленной армии и оснащенной, как в Израиле против их соперников. Их и нашего соперника очень сложно сопоставить по силе. Поэтому, ну, есть моменты, но нам необходимо поддержать экономику и честно говорить с людьми. Честно говорить с людьми, что ожидает. Потому что люди должны понимать, к чему готовиться, куда идти и что делать, в каких ситуациях. Потому что, ну, самое худшее – это неведение. Надо честно сказать, что возможно будет отключение связи, электроэнергии, там, проблемы с этим. И как с этим, с этим будут бороться, и что у людей есть надежда, что их не бросят. Что... Олеже, зрозуміло. Да. Олексій, ваша думка, теж питання. Ну, во-первых, нужно вытащить голову из песка нашей власти. Надо перестать воровать, врать. И раскалывать украинское общество. Нужно, наоборот, консолидировать нацию. И нужно показать всем, что мы единая нация, единый народ. Вот это нужно сделать однозначно. Я считаю, что однозначно нужно думать об экономике. Почему? Потому что, ну, скажем так, на сегодняшний момент это, наверное, послевоенная непосредственная угроза. Это, наверное, угроза номер два. И я не думаю, что украинцы вообще до конца осознают все риски и все проблемы, с которыми мы можем столкнуться. А это очень серьезно. И гипотетически, если говорить о каком-то дальнейшем продвижении и о введении реальных военных действий, прямых военных действий, это может привести даже к очень серьезным гуманитарным последствиям. Это тоже нужно осознавать, нужно оценивать. Я не уверен абсолютно, что на сегодняшний момент какое-то быстрое экстренное выделение средств там, военным или там, на территориальную оборону что-то изменит. Почему? Потому что все эти вещи нужно было делать заранее. Сейчас это за неделю, за месяц, ну, это нереально. Почему? Потому что на сегодняшний момент, по сути дела, даже структуры как таковой нет. Я думаю, что нужно всех все-таки людей консолидировать и всем показывать спокойствие и уверенность как гаранту Конституции и, по сути дела, нашей страны. К сожалению, я этого не наблюдаю. Я вам дякую, шановні, що прийшли до нас. Олексій Єремиця, Олег Звягін. Дуже дякую, що в ці складні часи, власне, ми поговорили про те, що хвилює кожного нашого громадянина. Дякую. Дякую. Студію провів Костянтин Гричан. Залишайтеся з нами. Ми завжди перші, завжди слідкуємо за розвитком подій.